Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1687. С вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, кто пишет Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Resident Evil Remake за Криса Редфилда. В предыдущей части мы хорошенько получали людей уже от зомбаков и от всех. Патронов нам стало не хватать. Ну что поделать, будем дальше выживать. Видать, это. Да, не забываем ставить любо тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в наши группы. Наши 90-е и БК-59. Что у нас тут есть? А ни хрена у нас нет. Блять, даже не помню, куда я ходил. Ну ладно. У меня есть ключ. У меня есть ключ, и это уже хорошо. Что у меня есть ключ. Так, пойдемте вначале наверх сползаем. А, или вначале, может, попробуем открыть дверь. А эх, я сейчас сломаю ручку. Дверная ручка сломана, вы не можете. Все, пиздец. Короче, первый этаж нам заблокирован. Теперь только все оббегать будем. Вот так вот игра усложнилась. Ни к чему хорошему, как видите, это не приводит. Травка, блядь, травка, сука. Везде травка, блин. У меня места опять нету, ни хрена. Что мелькает? А, блять, еще один маленький ключ, сука. Куда он сейчас будет подходить? Здесь травка, да? Конечно, блять. Давайте все сожрем, чтоб кристалл у нас здоровее. Куда же еще может маленький ключ? Я что-то уже не могу вспомнить. Можете открыть это с помощью... О, вот куда. Круто. Фу. Отлично, отлично, отлично. Цинично, ну и отлично. Что, ты доклад не хочешь читать? Ничего, ничего, ну мы это знаем. Кто захочет, тут снова может прочитать, останавливая на паузу, нажимая. Это мы за Джилл читали. У меня место. Так. Сейчас мне надо взять тогда приманку. Нет, надо взять. Какая-то из них должна быть неживая. Вначале мне не живой надо. Что-то, чтобы как-то вместилось у меня. Во. Как сложно, когда места вообще мало. В халате, интересно, что-нибудь есть? Как-нибудь несколько меня там. Ух-ух-ух. Так, где там наша приманка? Сейчас мы знаем, пчелка живет. Шершень, сука, это не пчела. Блять, ты что еще, бронированная, что ли? Три выстрела! Три выстрела, представляете?
Дави уже, Криз, его. Чё она не давит? Короче, он что-то не хочет его давить. Никак, а то дергается с жалом своим. Че, только Джилл умеет давить, что ли? Вася, пипец. Да и травки нам не взять, блядь. Мне весь этот особняк будет в траве, блин. Знаю только, куда бежать за травой. Пойдемте выложим, чтобы лишним не было. Тут с этой вместимостью вообще пипец жить. А может, Крис пробовать почитать дневник натуралиста? И тогда придет Ребекка? Где, потому что Ребекка-то? По оригиналу-то я вообще помню, что она на первом этаже должна была попасться. Ну что, дневник натуралиста нет, что ли? О, ботаника, во. Чё-то Ребекка так и не приперлась. Блин, не сюда пошел. Черт. А здесь мы уже не зайдем, потому что, сука, ручки нету. Так, пойдемте к статуе. Все-таки оригинальная музыка Реза, она, блин, она приятнее, чем ремейк. Да, в ремейке тоже классная, но оригинал, он, блин, он круче. Так, с какой первой ты двигал, я не помню. А, вот этот, да? Меч и щит. The Shield. Сегодня, да, еще в рестлинге последний бой команды щита будет. Блять, а ты что не задвинулся? Бля, тут по-другому головоломка заработала, слушайте. Ну вот, все равно мы в итоге пришли к тому, что нам нужно. Поменяли схему-то. Если касса чутка головоломки меняется. Мы же вон же здесь солнце должно быть. Как по предыдущей части заджил. Но тут головоломку не поменяли. Значит, только со статуями. Пойдемте к Ричарду.
О, Ребекка здесь. Вы? Крис Редфилд, отряд Альфа. Мы здесь, чтобы спасти вас. Ричард, что с тобой случилось? Крис, это место. Уводи свой отряд. Демоны повсюду. Не разговаривай. Похоже, его укусила змея. Но размер укуса просто огромен. Это не просто змея. Поверь на слово. Ему нужна сыворотка. Я оставил ее в другой комнате. Я принесу ее. Прошу, поспеши. Держитесь. Я вернусь. Вот мы и встретили Ребекку. Тут интереснее сюжетно развернуто. Что Ребекка здесь совсем в другом месте появилась. Привык, что на газовом баллончике мне шмаляла в оригинале. Хоть Крису дали зажигалку, то в оригинале ее не было, еще и зажигалку приходилось таскать. Сука. Жучая падла, блядь. Сука, надо сжечь. Кримсон ебучий. Размножались тут, блин. Еще меня подбили. Такое ощущение, будто кто-то ходит, блин. Пускай, видать, никого. У меня палево играет. Иди нахер. Нахер иди. Нахер, 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 нахер. Я сейчас дробовик возьму. Сука. Блять. Ёб твою медь. Кримсоны, блять. Кто же вас, сука, научил размножаться так быстро? Где ты там, петушара, сука? Хлам. Бля. Ребята, вы сами видите, какой трындец настает. Тяжело как выживать стало. Ну что, где-нибудь травку взять? Хотя мы этому принесем. И там я возьму травку. Опять без этих остался. Без клинков, без гранат, без всего, блин. Она, кстати, этого прикончит, но он тоже жить умеет, оживать умеет. Шелк я возьму-ка. Немножко еще керосинчика. Фляжка, фу, канистрочка моя. Да, блин, супер. Так, супер, 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 у нас есть. У нас есть самое главное. Все, блин, и это заебись. Тут никто не бегает, блин, случай. А, этих я тут, по-моему, прикончу. Точно. Пойду-ка я к растению заберу-ка травок.
Не дай бог, еще какой-нибудь придурок попадется. У них, блядь, пиздец, как замечательно получается. А чё, красных-то тут нету травок, что ли? Только зеленые одни. Во, веселуха. А чё, я не могу так использовать? Блядь, почему я не могу так использовать? В коде Вероника уже было придумано, что можно просто, если места нету, взять этот... травку использовать. Тупо юзнуть. А тут херамара. Ох, не нравятся мне эти всякие кримсоны. Если бы кримсоны тут такие... дикие зомби, дикие, блять. Чё ж ты с контрами-то будешь? Чё мне тут нахрен патрон? С учетом еще моих патронов. То, что у Криса-то нету? Гранатометчика-то. Надо, чтобы Ричард выжил, блять. У него есть, мы знаем, дробовичок очень хороший, блядь, он нам очень не помешает здесь. Коль он тогда хантера либо с одного, либо с двух выстрелов валил. Тут, блядь, вообще, наверное, ну, хантера, наверное, хотя бы с двух выстрелов, чтобы валил, это уже будет плюс мне. Если бы, конечно, с одного, блядь, я вообще бы радовался бы. Я пришел. Чё, я опоздал, что ли? Бля. Ну, вообще трындец, ребят. Короче, буду я без дробовика. Допрыгался, добегался. Ни хрена, он тут быстро помирает. Я надо только бежать туда-сюда обратно, и все. Никаких мне кругов. Иди нахер. Ох, Крис, молодца. Красава. Блять. Будем с обычным дробашом ходить. Выбора у нас другого нету. Я просрал Криса. Фу, Ричарда. По идее бы его сожрала бы акула. Где акулы были бы. Но, ребят, коли уж этого не увидите, я это спойлернул. Вы помните, где акула? Там просто его сожрала бы. Кстати, насчет дробовика я не знаю, выпал бы он из него или нет. Ух ты, блядь, патроны для рыбаша. Ну, запомним, потом обратно сюда можно будет зайти. Перед змеей. Тут сейчас мужик должен быть. Я помню, 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 суть тебя. А что ж ты Кристом мажешь? Чё живой? Живучесть у них прям зашкаливает. Чё, у меня и рации не будет от Ричарда? От веселуха. Ну, Ричард, так быстро, ну, блин, ну, да. Уровень сложности все-таки дает о себе. А ты откуда нарисовался?
Ну надо же. Я уже думал, что здесь, чтобы потом Кримсон жил. На патронов все. Пипец прям. Пипец, кирдык. Пойдемте к Форесту. Думаю, я не хочу, чтобы Форест оживал. Может, вы хотите, а я вот... Не, в этой, не в этой части игры. Зажил, я вам показал. А вот за крысы не хочу. Толку-то мы все равно ключи не возьмем у него. Если что-то у него вообще есть. Это Форест из команды Браво. У него глубокие раны по всему телу. Что могло так разодрать его? Так, а может там что-нибудь тогда лежит, где Форест? Попробуем ли все-таки пройти, может там не только травка? Я вижу только травку. Да ну нахер, я не пойду. Форест, сиди. Ну хоть патронов подняли. Это уже плюс. Мне патронов тут все что-то не хватает. Сейчас таблицу, куда мне идти? А, у меня есть ноты. Сука. Но я вторую часть нот не возьму, потому что мне надо выложить. Пойдемте выложим. Да. Ричарда все-таки жалко. Но у меня выбора, блядь, другого не было. Был? Не спорю. Если все быстрее делать. Побежал бы, если бы не пошел бы, я по ней зубы, а сразу же напрямик бы. Да бы и Форест выжил. Фу, Форест. Этот. Ричард. Ну что ж, будем стандартными методами биться. Как в оригинале бы. Еще до змеи нам далековато. Есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Даже я ключ-то этот последний использую. Надо будет потыкаться. Ну да, как раз потыкаюсь, пока тут Ребекка будет химичить. Я, Крис.
Ты в порядке? Ты Ребекка. Да, я в порядке. Нельзя горевать вечно. Это лунная соната? Сыграешь? Что это было? Мое исполнение чуток хромает. Дай мне попрактиковаться. Дадим, дадим. Конечно. Но сильно не увлекайся. Хорошо, не буду. Тренируйся, тренируйся пока. Мы пока найдем, куда ключ последний применить. На, картину, точно, надо сходить туда. Она практикуется. Надо картину сползать. Делать нету здесь. Ну, хоть зомбаки больше не появляются. И то хорошо. Ну, это все, и ключ как раз. Убрали. Зеленый, оранжевый. Зеленый, ага, оранжевый, фиолетовый. Все, ага. Нет, конечно. С браслетом. А, браслет нужен оранжевый. Нет. Остался зеленый, сука. Белым стало. Гуф. Угу, оранжевая. Фиолетово. Так сразу. Супер. Все, что ли, так быстро? Подозрительно прям. Что-то за Криса быстрая загадка прошла. Ну, как там ворона заливается? Ур-ур-ур. Прям как у меня Шустик, когда мурлыкает. Сюда надо, что ли, маленький ключик? Да вы чё, сука?
Заебали, блядь, меня реально с этими ключами. Блядь, сейчас только оббегать опять. Сука. Где ключи нахрен задрали? Здесь-то мы сможем пройти, да, сейчас? Только мы сюда идти. Обложили демоны. Да чтоб мне вообще жизнь малины не казалась, да? Сделали, блядь. Доты. Закрыться и так невозможно играть, так еще и тут, блядь. Все. Ходи, броди. Блять. Да сука, еще и кинулась. Нафиг гранату, парень. Ага, давай вторую же. Блять, она взъебала. Почему она со мной взъебала? Рядом. Почему она не падает, как в оригинале, блять? Срочно нужна аптечка. Прям пиздец, как срочно. Блять, да. Если туда пойду, там опять собака может выпрыгнуть, сука. Где же у меня аптечки-то? Точно, на втором этаже же есть. Шел до второго этажа, я сейчас бегаю. Вот так вот. Два укуса и крис уже, блядь. Че он клинок не всаживал в нее, когда на него прыгнула? А, он гранату и засадил. Хоть дурак, но ловил клинок, мы гранату просрали на нее. Сука. Его печально-то. Бэк, наверное, перетренировалась вся. Пока мы тут ковыляем везде. Собираем травку, травку собираем. Бери зеленую-то. Все-таки было здесь идти. Забыла, что собаки-то выпрыгнут. Что они, блядь, никак в оригинале выпрыгивают. Да и тут они не падают, когда в оригинале стрельнешь, она упадет собака. Убегаешь, достреливаешь ее. Сука, тут они бегают. Ишаки, блядь. Гребаные, сука, псины. Герб заберем сразу же. Рабака там херачит еще. Может, должна научиться была. Пока мы столько тут пробегали.
случилось? Ну вот. Практика творит чудеса. А? Что это? Интересно, Рубек не сможет спастись и снова заиграет? Я увидел маленький ключ. Ну, тут книжка, как обычно, про Лизу. Да-да-да, мы это читали. Это что, книжка, что ли, была? Ну, ключик маленький. Вот трындец. Дорогой Ириэль. С тобой все в порядке? Да. Могла бы и подлечить. Знаешь, ты хоть предлагала лечение. Тут же ни хрена ничего не предлагает. Блин. Как же все муторно, а? Закрыто реально усложнили конкретно эту игру. Оригинал-то был усложнен, но тут еще, блин, дверей нет, что не можешь открыть, потому что этих, сука, ключиков ебучих мелких нету. Та же. Вот. Это ключ, который ведет к змее. Ну чтобы к змее пойти, надо что? Надо, конечно же, сохраниться. Ну и думаю, сегодня мы не пойдем уже к змее. Сегодня мы и так наползались по особняку. Нам уже тут неприятности предоставляли. Такие ебучие, особенно собаки, блядь. Блядь, фангатство, супостатство. Видите, у нас травок нету, блять. Что за травка? Ну, надо. Потом, когда к змее пойдем, подзатариться. Всем, чем нужно. Сыворотку возьмем, конечно же.
Подождите, у меня так много патронов. Если ему получится, может, змеи может мотаться будет. Так мы пробовали это сделать за Джилл. Ой, ленту-то не взял. Ну и все, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRight387. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. И вступайте в нашу группу ПК-59 и наши 90. Всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!